Если у вас не прокручивается приложение, вот я в Оперу зашел, потому что с Play Market у меня приложение не загружается. В Оперу браузерная версия, вводите MyTE-EG и ну, там логинитесь, вот после того, как залогинились, будет вот так. И вот вы как бы проматываете, все нормально. Но как переходит на вот эту на нижнюю Usage Overview, она перестает мотаться. Вот видите, я туда-сюда. Тут вот нормально мотается. Тут хренушки. Нужно просто вот где реклама вот эта, с этой рекламой вместе мотать, нажимать на рекламу и мотать вверх. Нажимаю на рекламу, мотаю вверх. На рекламу, мотаю вверх. Вот. Тогда она проматывается до конца. Вот это в бок. Вот. Подъехали сюда. В бок мотаем. Вот это вот все у меня есть. Можно подкупить всякие тарифные планы. Но я так понял, что можно подкупить только гигабайты. Вот эти Nitro Prime. Как подкупить минуты, не понимаю. Вот, я себе купил Nitro Prime 70 за 105 фунтов. Ну, там цена была написана 70, но из-за всяких налогов и комиссий пришлось отвалить 105 фунтов, чтобы баланс пополнился на 73 фунта. И потом с баланса, ну, короче, subscribe нажимаете, и с баланса списывается сумма, покупается пакет. И что странно, смотрите, теперь в перечне предлагаемых пакетов нету моего этого 70. Nitro Prime 70 исчез. Прикольно, да? Выкупил я его, короче. Больше нельзя, наверное, покупать. Вот, еще тут написано Daily Packages. Безлимитный интернет какой-то. Видео по... короче, какие-то... вот что тут происходит. Ничего себе. Интересно. Я-то Нитро только видел. А тут смотрите, еще какие есть. Ладно, буду разбираться. Всем пока.